учебный год. Мы всех сегодня поздравляем с этим большим праздником и дарим вам песню. С праздником, дорогие выпускники! Ну что ж. Обучения и выпускники четвертых классов. Они заканчивают начальную школу и прощаются со своими первыми учителями. Четвертый А класс. Первая учительница Смык Елена Викторовна. Четвертый Б класс. Первая учительница Долинская Вероника Олеговна. Четвертый В класс. Первая учительница Пивова Елена Сергеевна. Четвертый Г класс. Первая учительница Хахина Ольга Петровна. Четвертый Д класс. Первая учительница Поволоцкая Елена Николаевна и Багдасарян Гульназ Анатольевна. Эти ребята сегодня переходят из начальной школы в основное звено. Это новый этап в их школьной биографии. И сегодня их первый школьный вальс.
первый учитель, первый урок, первый учебник, первый листок, первые буквы большого труда. Хочется снова туда. Нежные руки ведут по пути, там, где не сможешь один ты пройти. Выпью до капли все эти слова, кружится, кружится вновь голова. Удачи вам по жизни! Отдохнуть на каникулах и прийти в пятый класс, стать немножечко уже взрослее, к новым учителям. Но главное не бояться этого. Все у нас будет хорошо! На нашей линейке выпускники девятых классов. Девятый А-класс. Классный руководитель Ященко Мария Анатольевна. 9-й Б-класс. Классный руководитель Хрущева Ирина Игоревна. 9-й В-класс. Классный руководитель Дерюгина Зоя Ивановна. 9-й Г-класс. Классный руководитель Кичанова Виктория Леонидовна. Самое главное – получив аттестат об основном общем образовании. Мальчишки и девчонки еще должны сделать правильный выбор, определиться в этой жизни, продолжать ли обучение в родной пятой школе, а возможно выбрать иной путь – лицей, училище, колледж, техникум. Самое главное – сделать правильный выбор. Слово учащимся девятых классов. Претенденты на получение аттестата с отличием: Рыбовалова Мария, Рыбовалова Анастасия, Фурманчук Александра, Ефремова Дарья. Дует ветером молодого шикаря. До свидания, школьная семья. Нам судит дорога, встреча с новых мамы. Нас встречают новые друзья. Счастье, слава, подвиги, все будет. Молодость задорная в пути. Сбудутся желания, минуты расстояния. Все найдем, что хочется найти.
Ах, как годы летят, грустим вас, родной покидая, но запомним мы вас, любили вы нас. Уважаемые педагоги, от имени всех выпускников этого года хотим поблагодарить вас за то, что все эти годы желали добра, стремились каждого ученика сделать лучше. Спасибо за все. Огромное спасибо за добрые слова девятиклассникам. Проходите на свои места, девочки. Продолжаем наш праздник.